not feeling. Так, всем привет. У нас вторая игра гранд-финала. Собственно, обета, потому что Гринден с Монером забанены. Можно еще было бы, конечно, взять этого. Гелара, ну, плюс 350 голда. Но, как бы, шаблон и так довольно богатый. Мне еще кажется, что я слегка продешевил по городу, но я боялся, что он не это.
через полчаса уходить. Ну, мы вообще должны были намного раньше начать. У Зе там какие-то дела были. Нет, Гриню я забанил. Я специально его забанил, чтобы... Ну, чтобы, короче, Луну ему втюхать. Мне кажется, что он за Луну не будет сильно жечь, так скажем. Ну, то есть... Плюс, в принципе, Луна не шибко жжет. О, Тазарчик пришел. Вообще великолепно. То есть, ну, Хота все равно, она ускоряет процесс игры. И поэтому такие герои, как Луна, уже не так котируются, как в Соде. Быстрее начинают рулить другие ребята и так далее, и тому подобное. Так, Даллер Ртуть стартовым бонусом. Это хорошо, что не деньги с его минус 2700, хотя денег навалено прилично. Грех ему будет жаловаться. Вообще, в принципе, шаблон побогаче того же Даймонда будет. То есть здесь птички должны даже с его штрафом встать адекватно. Ох, я придурок, выскочил, ГМ не отстроив. О, какой лорд-то пришел. А главное, в Соде он не может прийти. Таверну, только стартовым. Еще и Каркес. Ну, конечно, пасфайтинг такое, дерьмецо. Я, кстати, даже не знал, что у него пасфайтинг вторым скиллом. Такие вот дела. Ну, надо все равно обоим книжку, наверное, купить. Потому что, хрен знает, кто будет лучше качаться. Так, воздушек. Блин, я даже воздушек теперь не скупаю. Вот же жесть. И где еще монетку достать? Кто-то? Или здесь где-нибудь? Но на книжку уже не хватает, к сожалению. Ага. Мне вообще много на что теперь не хватает. Так, ладно. У нас есть мясо. Относительно неплохое. Пойдем попробуем залезть сразу в башню. Так, кто там охраняет кентавр? Значит, фейк надо еще немного взять. Ну, неправильно немного разбежался. Думал, если честно, что денег побольше будет. Ни книжку никому не купил, ничего. Ну, ладно. Поехали. Башня не ждет. Бёх мне туда поставил. Молодцом. Ну какие морали? По две штуки. Да вы чего? Придурки. Офигеть. Красный дракон.
Все мясо мне посрезали. Ну, как, мясо не шибко нужное, в принципе. Как раз на отжор такое. По большей части. Еще и на нового героя не хватило. Совсем прекрасно. Ладно, есть тазарчик. Есть, на крайний случай, каркес тот же. Так, мы сейчас ждем, будет ли рестарт от Z. Заберет рест. Ну ладно, я как раз напрокладил мальца. Так что более-менее адекватно. Единственное, что надо, чтобы сейчас герой какой-нибудь прошел хороший. Нету рестов. Нету реста. Что уж там. Так. Отличный арт на старте. Герои пока что так себе. Парень с воскрешением. Так, ты сейчас готовься пробивать кабанчиков. Кристиан Бейл. Зона. Там баллистер. Деньги, короче, есть, но они, ну, нужно их отбивать, типа. И что-то героев хороших боевых мне не заходит в этот раз. Пойдем подбиваем тут на маленько, даже без отстройки ГМ, потому что надо скупаться и воевать. Ну, в смысле, ГМ-то потом построим, конечно. Но это будет потом. Так, иди сначала за кольцом. Кстати, кольцо мне в минус идет, потому что нулевая мораль для Луны — это просто имба. Так что расклад уже не шибко в мою пользу. Или совсем не в мою. Что-то из этого разряда.
То есть слива на моральке не будет даже, если... Так, посмотреть. А тут еще и дух уныния. Лол. Чтоб совсем, короче, никто не моралился. Ну, в общем, хоть по деньгам и не шибко, но зато для Луны тут плюсы. И герои мне не пришли. Так что это рестарт. Хотя по деньгам, конечно, у него должно было быть все ужасно. Мне-то этих денег не хватило нифига. 12 700. А у него, наверное, вообще жопень была. Блин, я все равно не собираюсь лабеты рулить. Зачем? Почему Гилар это делал? Что-то я уже который раз думал над этим. Ну, в принципе, если совсем все в говне будет, то лабету все равно придется качать. И она будет хоть с маслом там что-нибудь разруливать. Так, у нас то тут деньги есть, их прилично. Блин, ну главное, чтобы у него не Гунар был. Блять, если ему еще опять Гунар зайдет, это будет просто нонсенс. О, Крыгуша, ну хоть что-то. Так, стартовый арт хороший. Угу, деньги отбивать надо, оказывается. Ну ладно, как раз пойдем еще эту вот объем. Прямо сейчас это сделаем. Ну да, я тоже думаю, что, блядь, за это что-то ссылался на свое невезение, блядь, а сам только успевает откапывать этих логистов. Хорошо, гномики-то пошли. Ну ладно, еще на шаг отступим. Лишний раз стрельнуть не помешает. Так, 13 защита, 2-4 каждый, ну, средним, допустим, ну, 2 они будут бить. Ну, должны...